Так, сегодня научный эксперимент «Чугун Везувий» будет сжигаться и смотреться старшой, главный по эксперименту. Человек, который не рад, Антон, верховный главнокомандующий и изобретатель различных конструкций. Расскажи, что будет. Так, ну всем привет, сегодня будем экспериментировать в плане проверки надежности наших печей. Сегодня, сейчас вот эти вот две наши печи будут отправлены в печь, потом они нагреются до максимальных рабочих температур и даже чуть-чуть выше, и после этого мы их отправим на испытание вот в тот прекрасный сугроб. Итак, что у нас по времени? По времени без 20 часов 2, то есть скоро обед. На сколько отправим? Отправим приблизительно минут на 45. Так. 40-45 минут, да. И после этого покажем, что будет дальше. Какие печи здесь? Это от чего? Это наш Астон 18. А это? Это легенда. Та самая. Та печь самая. Скорлуп, с которых начинались скорлупки по всей России. Если можно, приоткрыть адовые врата, посмотреть, что там. Воу! СВЧ печка. А какие там температуры? Кто-нибудь знает? Сейчас где-то 700-800 градусов. 800 градусов? Да, на данный момент. Ну что ж, суем, засекаем и смотрим, лопнет, не лопнет. Детальный анализ будет и осмотр. Только что загрузили печь, обошли ее сзаду. Посмотрите, как набирается температура. Так как двери были открыты, видите, высудилось, а теперь набирает обороты. Обещают до скольких? 800 градусов. 800 градусов. Прошло времени час с гаком. Температура 730 градусов постоянно повышается. Но ждать 800 мы не будем, потому что... Да потому что погода говорит о том, что сейчас будет темнеть, все-таки зима. И вы не увидите, даже несмотря на приборы осветительные, всякие там трещины и прочее. Поэтому будем вынимать сейчас, бросать в сугроб и осматривать топки. Понеслось. Заводите. Начинается торжественный вынос двух тел. Выглядят целыми. Thank you.
Итак, что мы сейчас видим? Сверху раскаленные, а нижние части, они уже в холоде. То есть эдакая неравномерность происходит. Ну и постепенно они погружаются в сугроб. Попробуем что-нибудь запикать. Он, видите, просто мертвый. Там уже хулиганят, с кегом забрасывают. Ой, аккуратней. Может быть, лопата есть какая? Целят закопать. И я подойду, внесу свою лепту. Так, смотрю, сюда уже снега накидали. Ну-ка. О, остывает 500. Уже приборчик заработал. Давайте на самый низ. Внизу 300. Вверху 460. Смотрите, здесь красного цвета, а здесь уже белого. Та же самая обстановка. Сверху красная, снизу обычного серого цвета. Просит пирометр. Держи. О. Добавим. В общем, что, вернемся, когда остынет. Да сделаем осмотр. Очень мощный тест, я считаю. Потому что неравномерное охлаждение происходит. Это сильно. Узнаем, лопнуло или не лопнуло. Что-то еще происходит. Так, что будет происходить, не знаю. 420. Неужели хотят еще засунуть в печь, сделать еще один прогрев тудым-сюдым? Все при вас происходит, не знаю, что будет. Меня не поставили в известность, и это правильно. Все целенькое. О. Ох, как со свиньи натекло. Ох. Прям как в кино. Подождите, подождите, дайте поснимать. Не увозите. Подожди, подожди. Подожди. Дайте осмотреть. Топка, как видите, целая. Да и тут все ровненько. А мы будем еще раз ее прожигать? Да. Офигеть, сейчас еще раз прожжу. Охренеть. Обзавелись лопатами. Сейчас идет погружение.
и постараются дать кратковременно 900 градусов, каким-то образом настроив печь. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, закрывают. Опа! На улице, если что, 19 или 18 градусов морозу. Холодно, шо пипец. Все, сейчас будет снега. Время 5 вечера, температура 850 градусов. Айда вытаскивать печи. Охренеть. В торжественном выносе тела участвовали... Ох, двух тел. Безутешно. Ох, сейчас посмотрим, что будет. Собралась государственная комиссия. Так, сейчас будут сюда водружать. Лопата готова. Вот тот сугроб будет. Так. Это все специально снимаю одним кадром, чтобы все было по чесноку, там без монтажа, без всяких этих дел. Подтверждаю, все снято одним кадром. Вот вторая камера, которую снимаем для того, чтобы потом можно было наложить и сравнить. Так. Ну, я думаю, может их можно уже подцепить и посмотреть. Слегонца-то они подостыли. Сань, достань пирометр, давай посмотрим температуру.
Давай. Вот посмотри, не туда, давай, о, вот в это, вот сюда, ну, да. На да. Этой всего 16 градусов. Ткни мне в руку, чтобы показать, что пирометр работает нормально. Вот я на морозе, ну, 20 градусов рука. А там внутри... Вот, еще сильно нагрето. Да. Это мы сейчас снаружи. А вот теперь внутри. А вот теперь снаружи бок опять. 50 градусов. О. Ну, то есть, прям вообще по кайфу. Если не трудно, давайте их цепанем и прямо вот тут осмотрим. Хотя бы одну. О, возьмем одну, да. А можно ее наверх поднять, сверху, чтобы осмотреть? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Стоп. А есть чем смести снег там, лопаточку, можно? Ну давайте смотреть. Это я хотел рукой стрясти. Что-то так. Тут все хорошо. С этой стороны. С этой стороны тоже, видите, ничего не случилось. Чугун приобрел он красный цвет. С этой стороны что? Тоже нигде ничего не лопнуло. С этой стороны тоже все хорошо. С этой стороны замечательно. Так, тоже норм. Посмотрим, что здесь. Тоже щелей нету. Ну, я считаю, что топка замечательно выдержала испытание. Давай смотреть вторую. Погоди, дай-ка в патрубок заглянуть. Так, норм. Вот бы снег бы оттуда, а перчаточки нет ни у кого рабочей. О, спасибо. А что, помидор, а у вас прилипли сразу? Да не, я аккуратно, надеюсь. Ну уж не трогай. Так. Мне... рук не жалко. То есть жалко, но не настолько. Нет, там не выгрести. Но, с другой стороны, коль мы снимаем все одним кадром, давайте следующего пациента. А это может снять его как-то, не? Ага. А я уже показал снизу. Но если настаиваешь, то почему бы нет. Вот смотрите, все как есть. Достаешь, достаешь. А теперь вверх. Во.
первый бок. Нержавейки хоть бы хны. С этой стороны все хорошо. С этой стороны тоже все хорошо. Это всякие листики. Это не щели. С этой стороны тоже хорошо. Посмотрим внимательно здесь. Куда бы еще заглянуть? Здесь нержавейка. Смотрим вот тут. Ну, что сказать? Напомни, из какого чугуна делаете? Это СЧ-20 по ГОСТу 14-12-85. Нормальный, обычный серый чугун. Ну что, вы все видели? Везу и зашибись. 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 Что еще нужно? Идете в магазин, да выбираете. Сань, напомни, как топка называется? Какую печать? У меня коронавирус был, я уже забывать начал. Это Астон чугунный. Ну вот. 18-й. Астон. Везувий. Все, никаких щелей. Ну, конечно, я вам точно не рекомендую раскочегаривать вот так вот печи. Однозначно нет. С полузакрытым зольным ящиком надо топить. Но вы все вот сами все видите. Как говорится... Жухло доказало. Бегом в магазин. Фигля. И отдельно хочу выразить благодарность творческому рабочему коллективу компании за то, что они вот такое вот действо устроили. И мне, и вам.